такая песня. Мы ее нашли у жителей деревни Сура. Сура – это святое место, место, где родился Иоанн Кронштадтский. И там женский монастырь. Сейчас он вновь возрождается. Он существовал до 24 года. Там настоятельницу монастыря расстреляли в свое время. Поэтому там серьезное такое место. Я думаю, что мы с этой песни, с их сурской духовной, и начнем. Владычица. Соходила же владычице, со небесных кругов. Становила же владычице у сиротских ворот. Проречила же владычице сиротам и вдовам, благочестивым девицам. Вы послушайте меня, не ходите никуда, ни в пиры, да ни в беседы, ни в мирские суеты. Я зато вам золотые венцы сою, да с ангелами вам на землю сошлю. Если ж вам этого мало, золотые ризы сошью, ангелами вам на землю сошлю. Если ж вам этого мало, я сама к вам жить сойду. Буду век с вами вековать.